Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1179, и нам нужно выяснить, какая из точек лежит правее на координатном луче. И та точка будет лежать правее на координатном луче, которая будет больше координаты. То есть для начала нам нужно сравнить координаты точек. 2,8 и 2,4 сравниваем. Убираем запятую, потому что одинаковое количество знаков после запятой дроби. 28 больше, чем 24, значит 2, больше, чем 2,4, а значит точка А с координатой 2,8 будет лежать правее, чем точка Б с координатой 2,4. Пункт Б, С с координатой 0,45 или D с координатой 0,49. Зря мы написали координату, то есть точку, и сравниваем 0,45 и 0,49. 45 сравниваем и 49. 49 больше, чем 45, значит 0,49 больше, чем 0,45, а значит точка D с координатой 0,49 будет лежать правее, чем точка С с координатой 0,45. И пункт В. Сравниваем 7,85 и 7,9. Уравняем количество знаков после запятой, чтобы было по 2. Добавляем 0 ко второй дроби. И теперь сравниваем 785 и 790. 790 больше, чем 785. Вторая дробь больше, чем первая. Поэтому точка К с координатой 7,9 будет правее, чем точка Е с координатой 7,85. И выполнили задание 1179. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.